квадрокоптер Ichinee 520 и Ichinee 520S. Имеет дизайн, как у G-Mavic. Отличаются эти две версии только наличием системы позиционирования и интеллектуальных режимов полета. У Ichinee 520 нет GPS и интеллектуальных режимов полета, а у Ichinee 520S есть GPS и умные режимы. Обе версии доступны для покупки с камерами на выбор – 720, 1080 или 4К. Также вы сможете выбрать, какой сигнал принимать – 2,4G или 5,8G. Обе версии квадрокоптера Ichinee i520 и i520S работают от аккумулятора LiPo2S 1200 мАч, но версия 520S летает примерно на 2 минуты меньше, потому что GPS забирает эту энергию для своей работы. Обе версии квадрокоптера поставляются с одинаковыми пультами управления, отличаются только маркировкой на кнопках, так как сами дроны отличаются по наличию функций. На передней панели размещены 6 кнопок плюс 2 стика управления. Есть еще 4 кнопки по бокам, слева кнопки видео и фото, а справа переключатель режимов и скоростей. Дрон очень легкий, всего 280 грамм. Заряжать можно через USB. Время полета – 14-16 минут. Аккумулятор вставляется в отсек плотно и до щелчка. Во время полета точно не вывалится. За такую цену это идеальный квадрокоптер для начинающего пилота. Есть GPS, взлет и посадка по кнопке. Также есть запись видео на флешку. Рекомендуем этот квадрокоптер. Купить можно на AliExpress от 49 до 107 долларов. Цена зависит от модели и от комплектации. Ссылку на квадрокоптер Ichinee i520 и Ichinee i520S я оставил в описании. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% с каждой покупки в интернете. В сервисе уже более 2300 магазинов. Присоединяйся по ссылке в закрепленном комментарии.